Приветствую. Несколько человек мне прислали один и тот же приказ Волынского областного ТЦК ЕСП и Волынской областной военной администрации с просьбой его прокомментировать. Но отсюда делаю вывод, что многим этот вопрос интересен и, соответственно, комментирую. Так вот, что это за приказ? Это приказ, который датирован 23 октября 2023 года и посвящен проверке документов. Давайте его и посмотрим. Вот этот приказ, называется он «Про запровадження перевірки документів в осіб на території Волинської області». В преамбулі этого документа идет перечень нормативных актов, на основании которых он принят. Здесь и закон Украины о правовом режиме военного положения, и указ президента соответствующий, и постановление кабинета министров несколько. О них мы поговорим чуть позже. И что же вони наказывают? Вот тут самое главное начинается. Наказуемо. И вот тут почитаем. На час дії правового режиму воєнного стану на території України запровадити перевірку документів в осіб на території Волинської області у порядку, визначеному постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2021 року номер 456. Про затвердження порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Ну і все, контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою, і підписи йдуть. И, конечно, главный вопрос, а что же они приказали, что изменилось на территории Волынской области? И, конечно, нас же интересует вопрос не только Волынской области, потому что те люди, которые мне писали, они говорят, что ну так это же и в других областях, наверное, есть соответствующие приказы. Да, действительно есть, если мы в Google зайдем, мы можем найти соответствующие приказы. Что здесь написано, о чем этот приказ, что нового, значит ли это, что ТЦК и СП в Волынской области может проверять документы теперь? И да, и нет. Потому что на самом деле ничего нового в этом приказе нет. Смотрите, они пишут, что наказуемо на час дії правового режима воєнного стану на території України запровадити перевірку документів в осіб на території Волинської області в порядку, определенному постановлением Кабінету міністрів номер 1456. Об этом постановлении мы с вами давно знаем. И знаем, что там есть перечень оснований, когда у человека можно проверить документы. Сам по себе вот этот приказ, как мы видим, ничего нового абсолютно не создает, и он не дает права представителям ТЦК и СП проверять документы. Но зачем нужен этот приказ? Да, вот главный вопрос. А зачем он нужен? А нужен он для того, чтобы в дальнейшем на основании этого приказа принять приказ коменданта, который бы смог уполномочить лиц на проверку документов в соответствии с постановой 1456. Потому что, как мы с вами помним, эта постанова регулирует вопрос проверки документов именно уполномоченными лицами. И уполномочить их может исключительно комендант. Так вот, вот этот приказ, он, скажем, как некая база, да, потом, скорее всего, будет указание коменданту о том, чтобы он уполномочил каких-то лиц на проверку документов, и будет соответствующая проверка. Но обращаю ваше внимание, что проверка документов и на территории Волынской области, и на территории всей Украины на сегодняшний день возможно не только полицией, но и вот этими уполномоченными лицами, но только на тех основаниях, которые указаны в постанове 1456. И здесь хочу сразу сказать о том, каких оснований в постанове 1456 нет. А там нет следующих оснований. Военное положение. Это не основание для проверки документов. Мобилизация. Это тоже не основание
на проверку документов. Необходимость проверить, стоишь ли ты на воинском учете. Тоже такого основания для проверки документов нет. Помните об этом. И, соответственно, требуйте, чтобы вам назвали то основание проверки документов, которое указано в постанове 1456. А их вы сейчас можете видеть на экране. Также вы можете заскринить этот список, да, и сохранить с собой, чтобы понимать, какие у вас есть права и на каком основании ваши документы, соответственно, могут проверить. Но, знаете, что самое интересное по поводу вот этого указа, который якобы издала Волынская АВА и Волынский областной ТЦК ИСП? Ни на сайте АВА, ни на Facebook-странице ТЦК ИСП этого приказа нет. С другой стороны, на сайте АВА я нашел старый, еще за 22-й год аналогичный приказ, которым и было введено вот этот режим проверки документов. И дали приказ коменданту определить, кто уполномочен на проверку документов. И в связи с этим у меня закрадываются даже подозрения, а вот тот указ, который я сегодня комментировал, который сейчас пошел в сети, он вообще является ли настоящим? Потому что у меня есть в этом сомнение в том контексте, что он бессмысленный, поскольку ну, такой же приказ издавался еще в 2022 году. В любом случае, это ни на что не влияет. То есть даже если этого приказа сейчас не принимали, это ни на что не влияет. У нас постанова КМУ 1456 действует на всей территории Украины, и уполномоченные лица могут проверять документы на тех основаниях, которые прямо предусмотрены в постановлении 1456. Если вы не смотрели видео с разбором этих оснований, то ссылочку я оставлю и вот здесь, и в описании к данному ролику, и вы сможете подробнее ознакомиться с этим вопросом. Если вы считаете, что данный ролик носил полезную информацию, то поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете еще массу полезной информации. Ну а я вам пока желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока!